напоминаю, считаем время охлаждения, значит, рассчитывать мы будем замораживание птицы. И как ты так снимаешь, я нихуя не вижу. В морозильном аппарате, в кладоносителе. Кладоноситель с температурой минус 30 градусов поступает в аппарат. Первую половину конвейера охлаждается орошением, состоит из двух периодов, а второй период у нас состоит из... Так чуть-чуть в сторону, я вот так буду. О, да, вот, заебись. Погружение в кладоноситель. Значит, птица при погружении в кладоноситель, которая имеет минус 30 градусов, для того, чтобы она не получила никаких... упакована, плотно упакована в полиэтиленовую пленку. Есть такие фичи, которые снимают видео. Значит, и садят FPS с телефона. Кто у нас сегодня? Ху через плечо. Ух ты, ух ты, я забираю, гляньте, как он играет, он кончится играет. Ты говорил, управление хорошее. Конечно, это меня сильно. Шо? Иди нахуй. Блядь, ты шо, идиот, блядь, или шо? Не понял, чё он тебя не тормозит сам, блядь? Я отключил. Так, вот оно шо, блядь. Ух, хуя, ты отключил, дурак, блядь. Потому что у нас не так много времени. Пока Женя отклеит, перепишите свои... Вы как идиоты, данные, ей-богу. Данные... Ебать, мой хуйлюша, ты что, блядь, натворил? Он должен тормозить, понимаешь? Тормозить, блядь. Они... Забей, давай вторую. Уже 2 минуты. Ну подожди, хотя бы до финиша дай доехать. Тут финиш далеко. Да нормально, еще чуть-чуть осталось. Блядь, тормози. Тормози. Ой, блядь, дрифт. Нет, нихуя. Ебать, мой хуй. О, по полям, обгоняю. Сейчас азотом, блядь. Турбина, ебать. Леша, нахер ты отключал это торможение? Я думаю, что за... Носит меня, как не знаю кого, блядь. Он финиш уже. Шо он нахер? Тихо. Блядь, машина разбита, пизда. Ебаный рот. Блядь, ну третий, Илюша, из-за тебя все. 5. Все, что осталось. Илюха. Куда? Выпить чуть-чуть, все, что остается. 60, да? Сколько? 60. Пару прикрой. Прикинь. Она варится. Звонка завершена. Третье место, понял, сынок? Это чье? Давай, не думай, не спрашивай. Сервис, ебать. Я останавливаю, да? Да, можешь останавливать.